В Тверской области продолжается выдвижение кандидатов на выборы депутатов Государственной Думы. В среду, 14 июля, свои документы в избирательную комиссию региона подали советник президента страны Владимир Васильев и директор Тверского регионального центра «Мы вместе» Юлия Саранова. Подробности прямо сейчас. Вот так, вместе, о чем-то тихо беседуя, Владимир Васильев и Юлия Саранова с полуденной жары зашли в прохладные коридоры избирательной комиссии Тверской области. В среду, 14 июля, советник президента страны и директор Тверского регионального центра «Мы вместе» подали свои документы о выдвижении кандидатами в Государственную Думу Российской Федерации. Как признался Владимир Васильев, решение подать документы совместно не случайно. Таким образом, кандидаты подчеркнули заявленный единороссами курс на кадровое обновление в сочетании опыта и молодости. Подумал, думаю, а чем я могу быть интересен в моем возрасте Юли, которая молода, красива, энергична. Все при ней. Но потом я вспомнил, через что я прошел за эти годы. Так пробежался, кто знает мою биографию. Я прошел через много ситуаций, с которых люди физически не вышли. А очень многие политически пропали после этой ситуации. Настолько они были сложны. Это были грани, исторический перелом в судьбе нашей страны, нашего народа. И мне кажется, что вот Юрий, мой ненавязчивый, будет полезен. В свою очередь, Юлия Саранова поблагодарила опытного политика за поддержку и подчеркнула, что для нее большая честь быть частью команды развития Тверской области во главе с губернатором Игорем Руденей. По словам директора Тверского регионального центра «Мы вместе», любое новое дело, тем более такое ответственное, как политическая работа, важно осуществлять при поддержке старших коллег. Без такого опыта, да, без понимания того, что рядом есть люди, которые совершенно с доброй, открытой, да, вот душой готовы тебя поддержать, подсказать, да, то есть где-то поделиться своим опытом, дать возможность увидеть, да, вот картину полностью, это на самом деле очень ценно и важно. После выдвижения кандидаты пожали друг другу руки. Напомним, выборы депутатов Государственной Думы 8-го созыва, губернатора Тверской области и депутатов регионального законодательного собрания состоятся 19 сентября 2021 года.